Всем привет! Сегодня вот покажу новый автомобиль. Коротко сделаю обзор автопарка. Вот этот Макси стоят слева, справа средние. Делал обзор. Вот сегодня у нас в обзоре 316 на Ксеноне. В группу Viber бросал фотографии вечером, как он ночью светится. Так, 316, 2016 год. Ксенон, парктроники, омыватели, вебасто. Сейчас обойдем автомобиль. Покажу. Вот резина почти новая. Бросал фотографии в Viber, как он только приехал, с зелеными наклейками, чтобы не было вопросов. Вот. Камера, подножка, парктроники. Максимальная комплектация в автомобиле. Сейчас покажу вам состояние багажного отсека. Стоит сигнализация. Состояние арок, подножки. Тут реально состояние нового автомобиля. Вот сигнализация стоит. Датчик движения на кабине. Полка. Вот такой оригинальные такие плафоны сзади. Вот. Можно закрывать двери. Ночью так будет вам светиться автомобиль. Немножко плохо снимает камера, но... Сейчас пойдем посмотрим, послушаем. ВИН-код, кому надо, сброшу Viber в группу. Сиденье пилот. Вебасто, датчик света, дождя, вот большой плафон, подлокотники, все на месте. Большой бардачок, навигация. Вот что у нас есть: подогрев сидений. Подогрев лобового, датчик мертвых зон, датчик полос, датчик дистанции. Можно сказать, максимальная комплектация. Так, старт-стоп. Такой сегодня у нас автомобиль. По вопросам пишите, звоните. Всем пока, ребята, и до новых встреч. Открою боковую дверь. По стеклам 16-й.
Всем пока, ребят.